Шымкентский Бекжан Урадин построил успешную карьеру в соцсетях. Казалось бы, ничего необычного, если бы не тот факт, что он с детства имеет проблемы со зрением. Несмотря на недуг, он решил сломать стереотипы о людях с инвалидностью. Сейчас ежемесячный доход парня составляет больше 1 000 000 тенге. Бекжан Урадин давно уже стал легендой в своей сфере деятельности в социальных сетях. Он знает их изнутри, оказывая техническую поддержку, а еще увлекает и заражает оптимизмом. Однако есть то, что отличает этого парня от других. Он плохо видит с рождения. В моих услугах нуждаются бизнесмены, эксперты, певцы, граждане, желающие создать свои YouTube-проекты. Занимаюсь загрузкой контента, написанием текста, делаю визуал. За 3 года успел поработать даже со многими знаменитостями. Бекжан продолжает смело ломать стереотипы, предлагая помощь однокурсникам, охотно консультируя их по всем возникающим вопросам, выражая готовность в любой момент прийти на помощь. Такую возможность он считает своей сильной стороной. Людей с ограниченной возможностью, уверен он, должны развить в себе какой-то навык, освоить какие-то знания, которые помогут жить полной жизнью. Аружан Журенбаев, Ирбол Махашев, новости.